Вся правда шансона. Шансон ТВ. Здравствуйте, с вами Катя Катушкина и «Вся правда шансона». 10 декабря Таисия Повалий, народная артистка Украины, народная артистка Ингушетии и просто красивая женщина празднует свой день рождения. На двоих одна судьба у нас, столько лет, а все как первый раз. Родилась Таисия Повалий в селе Шамраевка Киевской области. Еще будучи маленькой девочкой, Тая очень хотела стать певицей. Талант, упорство и трудолюбие Повалий первой серьезной наградой отметили в 90-м году в радиоконкурсе «СССР. Новые имена». Далее была победа на Славянском базаре в Витебске и очень стремительный карьерный взлет. Таисия Повалий стала одной из ярчайших певиц Украины. Только если моя душа дрогнула, если сердце защемило, если еще и слеза выступила, ну все, это моя песня и мои чувства, которые за мои годы я точно когда-то в какой-то период своей жизни это пережила. А вот российский слушатель узнал ее после дуэта с самым натуральным блондином нашей эстрады Николаем Басковым. Вообще в ее репертуаре не только дуэт с Басковым, но еще и дуэты со Стасом Михайловым, Филиппом Киркоровым и Иосифом Кобзоном. Не так давно Таисия Повалий стала одной из участниц юбилейного концерта «Шансон ТВ. Зимняя сказка для взрослых». А моя мама, когда спевала, вот она идет до речки, к речке идет стирать белье. А слышно за речкой в другом селе, как поет моя мама. Так что я не случайно вот такая талантливая. Куди ж це ви, мамо, сполохано кинулись діти? Куди ж ви, бабусю, онуки біжать до воріт? Опорой, верным другом, мужем и продюсером певицы является Игорь Лихута. Сын Таисии Повалий успешно и самостоятельно занимается музыкой. Сама же певица прекрасно выглядит и поет новые песни. Счастье дома и на сцене. Это ли не прекрасно? Коллектив «Шансон ТВ» поздравляет Таисию Повалий с днем рождения. С вами была Катя Катушкина и «Вся правда шансона». Чтобы не пропустить знаменательную дату, смотрите электронный календарь alldates.ru. До скорого! «Вся правда шансона».